А вот 5 декабря 2012 года в Бейруте, в православной клинике святого Георгия Победоносца, которого православные ливанцы, все ливанцы, в принципе, почитают особенным, потому что это было нашего любимого Георгия Победоносца. Скончался на 93-м году жизни патриарх Антиохийский всего Востока Игнатий IV. В клинике на 93-м году жизни и правил церковью Антиохийской 33 года, с 1979 по 2012 год. Вот вам другая абсолютно смерть другого патриарха. Светлая память Игнатию IV, патриарху Антиохийскому.